И босса не запускайте. А как изменить имя Пэта, это ДКшного, можно вообще изменить? Да. О, отлично. Отойдите от куклы, чтобы на вас были рожки. Фу-фу-фу-фу-фу. Все, пулядика. Ходите мне. Не веди его так. Успели. Три слизня. Два. А нет, блядь. Да у нас ДПСа нету с такой хуйней страдать. Мы в прошлый раз перевели, блядь, просто из-за того, что уже под меликов не кидалось. Вот это, бля, не повезло. Это залупа, блядь. С 300к ДПС лучше стопать. 310, и мы его тогда переводили с ДПСом 295. Давай по тактике делать по всяких этих дотов. Стоп, да, не будем уже переводить вот так. Будем стопать. Поднимай, Вася. Дух ставит там хан, включай, бегите сюда. Поясните, пожалуйста, а то ты проф валяюсь. Поднимайте МК. Лок шкаф поставь. Тыкать. Спасибо. Тыкать. Тыкните на шкаф. Ну, хоть кто-нибудь. Давай, Самонси. Давайте баф. Будем стопать дамаг, свои белки, пожалуйста, не прижимайте. До слизняков отдадите их.
Тут сколько, 200 тонн не хватило? Пиздец. Хаба. Dark Stars. Парк, ты здесь? Тут, все. Все, пей куклу. А белки свои не прожимайте. Прожимки всякие. Все, пуляй. И иди его потихонечку к зеленому. Там чумы, которые уничтожит весь Азерот. Стоп, эти дамаг. Бейте босс. Птите зеленого. Барт, тебе скучно? Бейте зеленого. Заливайте его. О, какой шустрый. Макдак. Блять. Что он должен на месте? Не, ничего. Давай, веди его под босс. А, все сам побежит. Все под босс. Заливайте свои цели. Пять из зерно. Нахиливайте. Смени цели. Готовьтесь кидать Боб, отойдите от него. Боб. Хватит его. Давайте зеленого. Все, убейте босс. А, утес поднимешь хабу. А, Войд поднимешь к десницу. И Серж поднимай экстрим. Не падайте больше. Не ловите пельмени. Сейчас скоро колбы будут. Терну ловят. Два ханта. Бейте красного РБДшника, мельки пробейте босс. Колбы 8 секунд. Переключайтесь мельки красного. Надо его добить. Не веди его так далеко. Куда ты его ведешь так? Под зеленого веду, сейчас будет слизен. Ну. Да, сейчас вести его без толку. Эти красного. Давайте к РБДшникам велики. Давайте, заливайте его. Бейте босса, пельмени не ловите. Сейчас скоро колбы будут, уже есть. Экстрему хильте, сейчас упадет. Прожми свой щит маны. Элики не подходите. Все равно подходит МК, потом еще половин. Эти РДшники красного. Пельмени не ловите. Сука, вы кони что ли? Не тролли. Кони, это фамилия такая. Пойдем, мы с ним пойдем сейчас. Из-за нехватки ДПС. Бейте красного мельки. Бейте босс. Бейте красного, не бейте пока его. Пельмени не ловить. 50 пельмени.
Нормально. Переводите босса. А чё Гера когда? Как выберет цель, когда дадите. Давайте под босса. Бля, вам нравится эти пельмени ловить? Ёб твою мать. Вы камеру вообще их отдаляете. Подоты и куклы, хотни. Вот. Все, давай, Гера. Блядь, заход эти куклы. Ты что, два раза прожал в одну и ту же цель? Нет, мне не хватило. Не хватило. 2%. Давайте сбегайте из зеленого. Кем на хп хоп копой. Ой, извините. 5-5 зеленого. Не на цели красного. Готовьтесь боб кидать. Если он какие-нибудь боб. Прям трошки. Зло. СПЭш гимн на хп. Вайп. Да. Бабл. Давайте вот так. Фух. Бля, повезло. Бейте этого босса. Забираю троп, забирай. Так, я буду стаки вырывать. Так что готовься играть. Давай вырывать, давай диван команды. Герцогиня или Кисулинка? Кисулинка пускай дает диван. Забираю троп. Сейчас, уже давайте диван, уже давайте. Сейчас, давай его, Акму. Акму кидай. Ой, пельмени. На милике сейчас будет химическая бомба. Чего так выводите далеко? Ёбаный стыд, блядь. Бля, в Акму дали диван вообще? Заберите. Да не забираю труп, не забираю. Вот ты что, диван искал? На хп сейчас нет никого такого хода. Это пизда. Акму, ты не мог диван там снять? Я диван снял, труп забрал его обратно на себя. Я не забирал его. Ну, таунты я не прожимал, его просто бил. Добивайте его, блин, 100 тысяч. Добейте, пиздец, сука, как вы заебали, нахуй. Масло от бар. Пиздец. Я на пол рядка. Пизду, блядь. Есть у кого-то хил, нахуй? Я не хочу эту хуйню хилить, это пиздец какой-то. ЛДЦ есть. Нет, ценам не надо. У Квасика будто бы задание поймать все пельмени. Это он вообще все подряд попадал на пельмени. Я в него себя делал, когда пельмени летели. Духа отдал, блин, чтобы засейвить топор убить. Это просто вообще, блин, от чумы. А у них, походу, камера не отдалена. Впритык там камера стоит, жопу своего персонажа смотрит. Да там мозг. Не видно пельмени. Давай, может, Рому возьми вместо кукуаси, пизду, блин. С такими лагами так. Мы на синдре просто охуеем. Масап, скажи же потно, да? Да. Паладина колба нужна кому? Начисли Дэркстар, что там за два квартала? На офспек. Ты мне говорил? Нет. Не. Я войду с клашек начислил, там и по одному. Не Даркстарс, а Даркскару. Ой, токи надо конвейерически. Так, а на этом, на сырке какой там токен падал? Какой же. Какой же? Сейчас, на секунду. Так, кто там из вас вышел?
Макгрегор, потанчи пока первую парочку, я шукну по-быстрому. Хорошо, я с этим ухожу. Так, зараза получается выше. Даю ему. Слышь, какой ироничный у тебя никнейм. Гомический? Я просто... Зараза у того, кто цепанул заразу. Я думаю, мне остаться в хиле или спекаться? В хиле оставайся, не надо от себя больше спекаться. Надо кому-то покорить. Так, подаю утёс. Дарни, он спекайся, там ПДК держак потанчишь. Можете меня засамонить, есть у кого джит? Надо даже тут не начинать. Давайте бафы. Каску, кулак, лапу, крестобаф. Звезду сначала зальем, кружочек. А ДК там, МК тянешь его. Я БДК спекнулся. Ну, оттянешь его, потом пойдешь танчить. Что, два танка не сыграется? Все тут, идите. Притянуть типа? Ну конечно. Сейчас, только подожди. Ну вот. Бейте пока звезду. Джейми, ты здесь? Давайте с флешкой иди сюда. Там плечи в трэше. Да, потом. Мне не нужно. Так, хопка, давай звезду. Эл, давай кружочек. Хант, кидай свою ловушку. Полумесяц. Стой, давай другую сторону. И заливаем череп. Да у нас тут 5 танков, может загрить весь пак. Ясно, ну давайте. Давайте сначала череп заливаем. Да, это Хадис, пыхти. Фуллы только давайте. А, Джейми, ты здесь? Скажи что-нибудь. Всем привет. Не, ты точно не Джейми. Слава Гайни. Ну это уже похоже на Джейми. Может она ФК? Не, он здесь. Может он не хочет с тобой разговаривать? А херово знает. Че у вас там с этим, с Джерионом? Че вы там делите? Как ты относишься вообще к нему? Даже нет. Давайте доливать этот трешак. А Джерри он об этом знает. Ну хипер его знает. Может ты его все домой зовешь на чай? Что-нибудь подсыпаешь туда? Он засыпает.
ты, соответственно, начинаешь с ним делать дело. Он просыпается, спрашивает у тебя, что было. Ты там начинаешь ему взлететь. Я думаю, если бы кто-то меня... Если бы такое было. Видите, здесь был. Я думаю, если бы меня кто-то трахнул, пока я сплю, ну, подозрения как минимум были бы какие-то. Не, ну можно сказать, что, блядь, на бутылку сел там. Типа, я нашел презерватив себе в заднице, типа, что-то было у нас? Не забудьте, там, те, кто спрыгнулся в танков, спрыгнутся на ЗБД. Пять танков, а на мне один моб. Это потому что мне моб кинули. Тоже. Панты вы будете, если что, на кинетике сидеть. И поставьте потом джипс. Кто поставит из вас джипс? Во. Сейчас, секунду, я починюсь. Давай попал на двоих, а ТК на... или сеть. Конты на поле сильно попало. Балдерама. На него даже метку поставлю, чтобы увидеть. На попало. Блин, сейчас на попало метку. Спекс меню. Вот, кружочек. На него на полсоки дайте. Лапу дайте. Чё, Рома, давай 200 голд, я тебя захилю. Дайте красочку пету, плиз. На рыбы ни у кого нет, походу. И по ДК. А он все по ДК, все, спасибо. Когда убьем этого босса, снова спекайте из своих танков и пуляйте там трешак. Там большого сначала только добьете. Войт или кто-нибудь там васап. На, пускай Джерри нас есть тогда. Ставьте там метки, чтобы поливали. Интеллекта как нет. Да честно. Ой, Джейми. Я ж случайно пуляете, босс. У вас ники, блядь, почти одинаковые. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Я что, виноват? Наши силы едины. Оксана, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Могучий вихрь, готовимся. Як. И Макдак сдох. Я еще до этого сдох. А, ясно. Войт поднимешь его. Сейчас еще один будет. Мирно цели и вихрь. Дадите мне, чтобы не попадали. О, ферстайл чуть не сдох. Видите, как лисет. Точечно. Охо-хо. Прольется кровь. Так, сейчас смена цели будет 2 секунды. Бейте 100 драм и Геру давайте. Геру дайте, Кукувася, ты там опять заснул? Сперчи не может, что надо, что-то мне постоянно говорит.
Но он дамажит, ты хилишь. Зачем мне лишать его ДПС? А от хили ты всегда успеешь. Минус или 10 секунды. Ого. Ну да, бейте Лунара. Так, вы еще там сказали плечи валяются? Могучий вихер. Будет там забрать. О, почти попадали. Добивайте уже его. Катушка к нему упадет. Нет. Так. Вернем, он держит свой осколок. Это надо кому без ГП? О, бля, вердак. На друида, сука. Так. Вердак. О, не вердак. Я там кисти отдал. Вот этот вердак надо кому? Тоже без ГП? Не, этот с ГП за 10%. Без на друида. Он молодца там на эрдру, да? Где-то с друида. Да, да, да. Че, не надо никому? Как хотите. Полилипал, тебе надо? Нет, на офспек надо кому? За 10% подам. Бейте как там. Ну бейте звезду. Я пока золотом схожу. Вы пока звезду бейте. Кристалл, берите он еще в таргет. Я через тебя кидаю метки. О, бейте звезду. А, трэш пропал. И плакала ваши плечи. Не падайте там, пожалуйста. Потом кружочек заливайте. Может, на себя и цепки кинул? Поднимите потом к десницу. Извини. А чё, после целка будет перерывчик перед рестом большой? 20. Да. А, это не знаю. Это вопрос к Осабу. Посмотрим, как ЦЛК пройдет. Я надеюсь, первого тира убьем этого лича. Я даже вместо лайра запала зайду. Нет. Бейте звезду и кружочек. Там поезд валяется. Кидайте ролла сейчас вот. Ай, так. 94, ай, разбогатею. Ты его не продашь. Где там этот пояс валяет столько? Там что, в самом низу? Да, сейчас будем тут искать. Нет. We make money. Бля, где этот пояс? Я его что-то нигде не вижу. Я тебя наебали. Есть там? На. МК. Это тебе место пояса. Тоже можешь продать. На, тебе еще это. Все.
Я не вижу пояса. А вот, я нашел. Я уже спускался проверять. Ребят, да, дайте одну минуту, да, пожалуйста. Давай быстрее только. Прям у нас сегодня весь день дождь. Балла. Так. Каба, экстрема, Кукуаси там вроде сказал, что на 30 минут. Ждем Кукуаси. Вася, ты уже здесь? Все, он тут. Последний чек, а Акмо для тебя. Ты кукарикает нахуй. Я не знаю. Я уже дал мод. Я знаю. Все. Танки да нет, полетели. В игре кто-то кукарикает. Танки. А, в игре. А хуй его знает. Нихуя себе. Я взял. Так, кто у нас? Так, спак, мы сбегаемся. Так, зараза у нас в топе. Я ему не дам. МК тоже в топе. Тоже не дам. Эл. Копка, где ты тусуешься? Я тебе сейчас дам. А, ой, я тебя вижу. Можешь там стоять, я тебя вижу. Пак, 5 секунд. Бегайте с фактом. Тени скоро будет 5 секунд. Молодец, баллон сняла. Милики, отойдите чуть-чуть правее. Милики, 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 вы лужу не видите? Сейчас я тебя укушу. Как там сбегаете? В лужу только не забегайте. Серж, когда взлетит Лана, зальешь Кукуаси ману. Пак, 5 секунд. Антифер 2 секунды. Серж, на тебя. Беги. Дайте на него антифер. Посад. Лужу только не забегите. Эл, прожимай свой гим на ману. Квася, ставь свой тотем. Бьем босса. Можете дать геру. КТ. Можете не давать тогда. А уже дали. Ну, ТД, я думаю, есть. ТД и дал. И десница глыбой. Ну тогда у Кукуаси есть, он уже сказал, что КД. Он умный не понял. Как откатит даже тогда. Надо подождать.
Пак, разбегайтесь. Я укушен уже. Я вижу. Так, пойду искать свою жертву. Пока можешь кусить. Не, я уже стою возле лока. Добивайте уже этого босса. Пак, одна секунда, ноль. Громовой чёс, залей хулипала маны. На мне тени, я убегаю. И не РКД. Он нас хулипал без маны. Добивайте так. Эл, можешь прожать гимн на ХП. Мы здесь не попадали, не бафались. Так. Идите вниз, пекайте там своих танков. Войд покомандуешь. Давайте. Зарплата. Кому нужна? Ну давай мне, если хочешь, я покомандую. Ну, утро победил. Так. Дима, на покорителя. Да, я помню, королька. Так, кто там из вас выше? Хочу сегодня все покорители пока падали. Да, три покорителя. Вчера так, тоже нам бабки. Да, не он выше. Ты слышишь, Войт, а ты не помнишь, кому ты отдавал с РК? Макгрегору. Тогда я отдаю Громовому. А нет, я Дарниону отдаю. Он там выше. Так. Я тебя не вижу. И чё, палат. Молитесь, что ли, или чё? Так ты, я же сказал, командуй там. Шею. Прайгулы насмерть будут стоять за королевы льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Я пока не могу. Бой на пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Ты бейте там вершок, или вы меня ждете? Тебя ждем. Поиграйте. Да бейте там, Войд, команда говорит, там, бей им там. Слушайте, Войда. Да он слушает, ты подойдешь. Меня не надо слушать, его слушайте. Хули тут слушать, хуярьте этих пидоров. Вот именно. Защитник не надо никому. Воин, охотник, шаман, обычка. Не надо, да так не надо. На замену? Не знаю. Значит, что, Макдак, уходить надо? Начисли Макдаку, Войд потом, ИП. Он сейчас уходит. Ух ты, РДДшники, добивайте звезду. Прожарочек милики. Ну давай. Залейте, счастливо. У кого Инер дошелся, какого ману. Можете отдать гимн на ману. Опка.
Но Inner Air заливает. Напопало тут на пол. Давайте и ДК тяни звезду. Сколько там ЕП за три квартала? Ловит. Я ебу, что ли? Насколько ты начитал? Я не знаю, почему ты читаешь рэп. Так, ладно, за те два квартала ты сколько ЕП дал? 1200? Тогда... Кстати, этого чела, который с первого класса, вот этот... У него, по-моему, сейчас работа связана с детьми. То есть он отошел от этих дел, и что-то у него связанное с детьми там работа. Так забавно. Чего ты один смеешься? Ну, мне это забавно кажется. Ты знаешь вообще, что это за чел? Первый класс для тебя что-нибудь значит? Я послушаю, что ты там вначале говорил. А, ты знаешь вообще этого репера? Первый класс. Слушала когда-нибудь такое? Не знаю. Если не слушала, никогда не слушай. Вот. Парк мой, можешь забрать? Баба угрожала случайно. Не дайте Финкельштейну. Простите. Так, есть у кого хил аспект? Ну-ка, плюсуйте. Давай, спекайся. Ой, ты соло рейд захилит? Давай лучше ты захилит. Тогда хорошо. Войд, на тебе ассист, будешь там водить комнату. Ферзь, давай тоже спекайся. Все полетят, кроме Васаба. Так, чё наш товарищ Джесс? Что-что? А хотя, стой, Серж. А хотя, спекайся. Блять, почему не будем дать спать? Я сейчас заметил, что Локт оказывается в Африке. Гомик он. Ребят, а можно там в порталах летать, ну, в две стороны? Потому что все шары мы все равно не успеем собрать по одной стороне. Ну, если ты видишь, что у тебя уже скоро закончится... Если у тебя стаки уже, видишь, пропадают... А можешь слетать и взять. Я вот честно не понимаю, о чем думают Локи, когда вот они идут один блок в рейде, и он Африк. Появляется ли у них мысль сказать, допустим, что у меня нет демона? Да, я уже у него не спрашивал, у нас вообще локов не было. Поиск какой-то. А то есть ты изначально демона не брал? Так у нас нету демона, я спрашивал. Мне там другого. Мне один лок написал, я могу зайти за лок свою. А я ему сказал, заходи. Так я бы мог на лока зайти. А это что за фильм? Дед, Рома мог на лока зайти. Будет. Кто-то сейчас заходит, 24 человека. Да, я... Зачем Рома тогда на Вара заходил, если у нас нету демона? Я не просил его заходить за Лара. Кто-то ему дал пати.
Но он же говорил, что он любым пойдет. То есть ему все равно. Ну кто эмпатию кинул, я? Ты рейд-лидер этого рейда, Дмитрий. Да, на базе и шкафта не я просил ставить там. Ставь шкаф. Ну я думаю, Роме пофигу. Ему когда, я думаю, не жалко будет. А для рейда не пофигу. Я имею в виду, что Роме. Я думаю, пофигу. Может зайдет за демона, поможет без товара. Тебе что-то, Рома, ничего не надо? Или тебе здесь что-то нужно? Да ему ничего не нужно, но просто это надо было изначально ему сказать. Да тогда все думали, что Дефон есть, пока не посмотрели. Так, сумоньте Applebox. Но Applebox не может зайти демоном сейчас? У него нет. Он написал, есть демон, если нет, зайду. Это но только я вижу в чате. Один. Но он не умеет играть. Таром, зайди лучше ты, будешь. Не слабый. Будешь топом наличие. Соблазнил, блядь. Эй, Пилбокс, давай иди сюда. Не надо будет, я сам зайду. Демон, подамажу. Ты главное свали. Давай, чек на готовность. Все, я захожу на лока или не заходить? Заходи, заходи на лока. Блять. Бля, рейд без демона, это вообще, блин, я не знаю. Я бы даже в норму... Бля, вот вас послушайте реально, когда демоном поломали СПД, мы как-то ходили насчет этого и не ну, правильно. Тогда... Не, я... Ну тогда... Это из-за необходимости мы не... Ну, не, я понимаю, я понял, я понял. Но я имею в виду, вы уже так паникуете, будто... Он прям весь рейд спасет. Просто один демон, это ну, 500... Опасно. Пресса где-то у каждого РДД. Вот посчитай, сколько РДД умножь на 500. Ну это так, грубо. Три с половиной? Даже не четыре. Ну Элим что-то дает там СПД поменьше. С учетом разницы Элима. Элим 280, а этот демон... Так, сейчас демон засумманим. О, тыкайте. Тразовому бафу дадите. Сливальки это, да? Да, хорошо. Давай, вызывай своего пета. Да он там уже выбил. Да. Каску, кулак, мага. Маги, кидайте МК на хилов и не забывайте их обновлять, и усиление магии тоже на вальку киньте. Васап, чем хилить, чем не хилить на ядру из этой вальку? Всем. Жизнецвет. Положение. Жизнецвет. Да там все, положение, восстановление, жизнецвет и покровительство потом вспомнишь. Вот с чем запускаете. Да и положение, восстановление, жизнецвет и потом покровительство, хили все. Быстрое восстановление постоянно тоже тыкай. Если у тебя оно вкачано там. Подавители, бейте слева в станы, давайте. Гнев небесы свои. Маги замораживайте. Справа два подавителя. Добейте их. И под большого кините ханты свои стрелы. Огненный слева, вверх. Залейте его. Центр. Бегите туда и заливайте. Хоп. Эл. Ты не прожимай его, добей. Центр вальки. Я тоже бежит. Хотел сказать, что беги потом. А руконя там врубаете? Холипал. Я ебу, как вы собираете, блять, это пиздец, нахуй. Я не буду так хилить, нахуй. Я сейчас просто будете сами хилить.
Подавите или задевайте. Что, не слышно ВРК меня, что ли? Сейчас слышно. Идите в пизду, короче, васап, иди заходи в порталы. Чё у вас там происходит? Чё у вас там происходит? Чё вы в порталы не можете нормально зайти? Да Макс, ебо далеко. Блять, я сейчас тоже в портал зайду, я посмотрю, как выходите. Давай вот снова заходи, а я погляжу, что там у нас не так. Ну, где вы там? Макгрегор, заходи в портал, посмотри, как там ходит. Да, это интересно тоже. За звездой двигайтесь. Давай, Кукувайся, шевели своими булками за звездой. Че ты стоишь? Ты же стаки сейчас так можешь прогибать. Ну, 3 подавления, 4 справа. Заливайте подавители. Буду сейчас с вами по КД заходить. Сбоку встану и погляжу. В голове слетайте. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Так. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Ну все нормально пока. Так одна семья летит. Лестница, не знаю, она там, по-моему, убила этого зомби. Она ж не могла, блин, кануться. Серж, если не сложно, можешь поднять лестницу. К хвосту слетаемся. Подавители, бейте станы, давайте свои. Сколько там уже у вас так? Да, глядите на вас. Выборщик, не упади. Давай, чилить. В голове слетаюсь. Так, как выйдете с портала, можете уже веру потом прожимать. Должны захилить. Огня убейте слева, сверху. Давление с сверху. Давайте, заливайте их. Ролана под хиль. А то сейчас упадет. Подзрышевал я. Ой, Эл, дай гимн на хп. Гимн на хп, Эл, дай. Силы возвращаются ко мне. Зачем? У нас тут 2 человека чуть не упало. 8% хп. Хопка, возьми в таргет Вальку и тоже гимн на хп давай. ДК сейчас упадет. Не упал. ДК. Не, ну это да. Акма, не упади. Такие хиливайте Вальку там, кое силы бил, хитил. Залейте Кригеру ману. Ох, давай, опять Макс. Сейчас на шок поставить. Шпарты завалите быстрее. Надо хиливать кипртов. Гимн на ману пойте. Все, что у вас есть. Давайте, пойте. Заливайте. Давайте уже его. Наконец-таки захилим до смерти и пойдем дальше. Я уже заклебался. Мы победим! Да, это точно. Давайте, 100 тысяч. Я излечилась! Моя колечка лежит. Оно может быть и мои. О, зато мой пояс валяется. Ахаха, так.
пояс на мэй надо кому? Топор, ну давай, кто там из нас выше? Топор убить выше. А, бля, я тебе мало ГП дал. Ну ладно. Я тебе голос не отключал. У меня даже прав нет отключать. Давайте сорнит. И что, кто разбогатеет? Таба, но я, может, сотку кинул. А нет, я не кинул. Так. Никитас, завидовал ей, когда она говорила, я излечилась? То что? Да это так. Говори, что-то хотел. Сейчас я не спущусь. Можете меня засуманить. Тогда даже лучше будет. Ничего не может брат Мутиалина говорить. В чем проблема? Может он говорить. Он просто не пробует. Теперь могу. А вот минут назад не мог. И это пиздец. А я рассказал 4 охуенные истории и думал, почему все молчат. Ну пиздец, ребята, это, блядь, предательство. Я ебал. Я думаю, что тебя замутили. Услышал твой голос, вообще не удивился. Серж, оставайся в хиле. 5 хилов. Ты ему еще писюн, кстати, не видел там, пиздец. Сейчас я запущу его. Стойте тут. Вот. И все. Самая интересная часть инста. Гнев небес там, давайте. Что мне тут все пишут? Есть слоты. Заливайте, ауе. Слышь, Шанана, если бы тебе девчонки скидывали в свои интимные фотки за то, что ты их одеваешь, и, ну, ты бы одевал их? Он бы их раздевал. Не-не, зачем? Ну да, получается забавно, тут он одевает, а там он раздевает. Вон, слышишь свои интимные фотки кидаю? Нет, спасибо, Стасик. Можешь мне скинуть, у меня в друзьях же есть. Можешь потом подругам скидывать свое. Я боюсь, они меня из друзей удалят. Это моя подмышка, типа. Нет, спасибо, не надо. Чьих-нибудь рейда грудак на холи пала дыр бесплатно? Видишь, мы бесплатно все урвать. А он перегвиз на холи пала этот грудак? Он бис, но он... у нее есть. Не для второго спину, для спека для вальки, я понимаю. Кувайся, отойди от стенки. Помогу. Ну давай, кралька, 10% я тебе выдаю, если тебе надо. Да я и так вчера КП нахватал, да и бесплатно. Я его тоже, знаешь, сколько нахватался в своей жизни? Вы вручали, сколько я КП во Вьетнаме, блядь, за нахватал. Тут тебе эти... Сколько там он сейчас сказал? Я за что-то вчера только нахваталось. А? А что-то нахваталось КП? Да, потому что я не могу хулипала в РС, я нуб. Я все на шею куплю. Ну, у меня было 0, а сейчас 400. Ну, мне кажется, Олег не давал себе ГП вчера. Не, он, когда мы разошлись, он тем, кому не давал ГП за слаки, он потом начал накидывать. Я понял. И мне, и себе дал, и пошло-поехало потом. А он еще сказал, это еще не начало. Сейчас я еще ники вспомню, всем ГП дам. Пуляйте его.
Я пока закинусь. До полного счастья. Закинешься? Ну да. Да я имею в виду на слайм. До полного счастья! Кого-то там прям разорвало. Тут они... Да, Дима? А? У тебя, наверное, зубы черные, да? Тебе скинуть свои зубы? Черные, да. Зубы как просто. Ты черный пистолет. Интим фото. Давай, Дим. Я еще не слышал такого, чтобы зубы чернили. Если курить сигареты туда, они не то чтобы почернеть, они не выпадут. Ну, я просто, у меня у мужа друг тоже фильм это кидает, у него нижние зубы какие-то, ну, короче, в дырку. У тебя муж есть? Дырки в зубах. Ну, вообще-то да. У меня ребенок еще есть. Что? Мне казалось, ты еще школу даже не закончил. Нихера себе. Ну ладно, школу ты закончил, может, какой-нибудь институт. Ну, я в школе учусь. Я еще и не закончил. Еще. То есть, подожди, у тебя есть муж и ребенок, и ты в школу не да, закончил? Да, и я в школе еще, да. А сколько? Да, в каком ты классе? Я в шестом классе. Не обманывай меня. Нет, серьезно. Я твои фотки видел. А у меня одногруппники, короче, знакомые пацаны, тоже вкидывались на сваем. И говорили, что кто вкидывается, тот в жопу ебется. А потом я их в гей-клубе встретил. Да, а ты там что делал? Тоже закидывался? Он там охранником работает. Это была шутка внутри шутки. Да-да-да. Поднимать его, еда. Серж, давай хила. 5 хилов. Пойдем на террафайде, я скажу, куда выносить метки. Из-за наслая невозможно было в школе к стене облокотиться, везде, блядь, заплевано, оплевано. А что это вообще такое? Я просто, насколько помню, да, что это какашка. Это трава. Чьи какашки? Да, блядь, какашки это раньше делали из какашек. Это известь с травой смешанная. Это раньше, короче, известь смешали с куриными какашками, потом этот рецепт как бы ушел. Ну такая это не вредно, у известь. Ну, вред, конечно. Прикинь, у меня, короче, одногруппники... Здесь вроде как должно быть токсично там. Ну, вредно. Прикинь, одногруппники, короче, качки и три качка было. Помешанные были на качалке, короче. Вот они не бухали, не курили, короче. Они только насом вкидывались, реально, три качка. Кортики, да, кто занимается, на свои кидают. Такая хуйня, кстати, даже голову не дает, если честно. Не, она не дает, но она помогает начать курить. Но и расслабляет тоже, да. Да, беда. Я пробовал из Амстердама такие же штуки. Вот они пиздатые, а вот эта хуйня российская, это ебать на пол. Ты не сказал бы, что и российская. Так самый прикол, люди хотят бросить курить, начинают закидывать на свай, и потом просто закидывают на свай, блядь. Давай, Войт, восполняй свою ману. Ой. Всякие бабки, эти, всякие узбеки, чукчи, их у нее промышляют. Поставьте рыбу. Поставьте харчик.